топ-психолог та коуч України. Хедлайнер наймасштабніших конференцій з психології. Збирає зали з тисячною аудиторією. Відсутність контакту з дітьми? Зрада? Вигорання? Вона знає, що з цим робити, аби жити легко. Жити легко за Адамовою. Он не изменил. Можно ли это простить? Если вы задаетесь этим вопросом, то вы уже готовы простить. Те, которые не готовы простить, собрали вещи, детей, даже если некуда идти, встали и вышли. Но вас волнует, что люди скажут, потому что, скорее всего, вы уже рассказали своим подругам, своей маме. Тут существует несколько важных факторов, на мой взгляд. Во-первых, лучше обратитесь к профессиональному психологу, потому что потом, когда вы решите вернуться к своему мужчине, то вам будет стыдно смотреть в глаза родным и близким, которые каждый, поверьте, будет задавать вопрос: «Как? Ты это простила?» Да, вы это простили. Пусть у вас в голове в этот момент вместо стыда звучит фраза «Так бывает». У них тоже возможно было. Просто они об этом другим не говорили. Следующий важный фактор – это то, что всегда ответственность на двоих за измену и за счастье, и за все, что происходит в вашей семье. И значит, и у вашего мужа, и у вас есть своя зона ответственности за эту измену. Возьмите всю гордость в кулак и придите к своему мужу и задайте вопрос. Скажи, пожалуйста, а в чем я виновата, что ты мне изменил? И тогда сядьте и спокойно обговорите, какие пожелания друг другу у вас есть для того, чтобы пройти этот страшный период в жизни вместе. Не думайте, что после этого разговора произойдет полное обнуление. Нет, эхо войны еще какое-то время будет влиять на вашу пару. Но очень важный момент, который существует в уголовном праве. Судят за одно преступление один раз. Проговорили, высказали, перебили всю посуду, устроили истерику, и все, больше разговоров об этом быть не должно. И еще, хотя с этого надо было начинать, в паре всегда есть определенные потребности, определенные ожидания друг от друга. И если мы говорим про вашего мужа, то это в первую очередь даже не интимная жизнь, а признание и восхищение. И он должен знать, что с войны он возвращается в свой тыл, в свое безопасное гнездо. Милые девушки, кайфуйте от себя, цените себя, уважайте себя. И тогда слово «измена» — это будет лишнее слово в вашей паре.